Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. И для любителей криптовалюты я хочу поделиться микрокошельком Faucet Pay. Это новый такой вот микрокошелек. Есть телеграм-чат, можно присоединиться. Значит, регистрация. Здесь простая. Так, прописывайте username, email, два раза пароль, ставите галочку, разгадываете капчу, нажимаете sign up. Далее на почту придет письмо, пройдете по ссылочке и подтвердите адрес электронной почты. Я же войду в кабинет и посмотрим кабинет изнутри. Так. Что у нас? Светофор. Угу. И вход или по юзернейму, или по имейлу, ну и по паролю. И так вот наш кошелек выглядит изнутри. Как видим, здесь криптовалюты не очень много, но помаленечку добавляется биткоин, интериум, догикоин и лайткоин. Так, далее. Здесь будет отображаться. Так, здесь будет тоже статистика, когда мы будем на кранах. Я даже вот хочу его проверить. Далее статистика у нас. Тут будут наши монетки. Так, давайте переведу на русский. Статистика. Связанные адреса, друзья. Сюда мы привязываем адреса на кошельки, куда будем выводить свою криптовалюту. Я привязала все с Coinbase, кроме Ethereum. Ethereum я привязала с MetaMask. И еще хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, я зашла при помощи расширения, сменила VPN, как бы адрес IP. Ни с родного не зайти. Это можно делать. Значит, менять IP-адрес, ничего страшного. И читайте вот эти красным, что написано. На этой странице вы можете связать свой адрес кошелька для получения платежей от сборщиков. Пожалуйста, не используйте несколько адресов, чтобы не злоупотреблять, ну и не обманывать. Мы категорически против того, чтобы ваш аккаунт может быть занесен в черный список. Если использовать много адресов, то могут аккаунт и заблокировать. Депозит. Ну, сюда я как бы не лезу. Это нам не надо. Здесь вкладочка «Снять со счета». Здесь мы будем выводить на уже собранные с кранов монетки на кошелек. Минимальная сумма здесь. Так, минимальная сумма здесь вроде бы 1000 монет. Сейчас мы проверим. Далее здесь у нас идет панель приборов. Так, здесь вот список кранов можно посмотреть. Сюда не лезу. Также статистика. Помогите. Сборы, вопросы-ответы, телеграм-групп и контакт. Можно обратиться в службу поддержки. Также вот здесь значок. Ну, у вас будет свой. Вот также снятие, депозит, связанные адреса, настройки аккаунта. В настройках аккаунта можно поменять пароль. И также есть двухфакторная аутентификация. Я уже ниже не буду опускаться, так как там ключ виден. Значит, ну давайте я проверю этот кошелек на как бы на сбор. Обратите внимание, у меня VPN, я буду на кране с другого браузера, так как чтобы мне мой кран не заблокировали. Вот кран дает 17 BTC каждые 30 минут. Здесь нужно регистрироваться. Регистрация здесь наипростейшая.
Нажимаю «Я не робот». И смотрите, какая капча. Интересно, вот многие задают вопрос, как разгадывать такую капчу. Смотрите, вот. И вот зелененько, вот так она должно быть. Значит, видите, у меня увеличительное стекло. Я навожу на увеличительное стекло. Видите, поставила, появилась точка. Иду дальше. Так. Теперь ставлю вот сюда. Так. Главное правильно поставить. Вот там крестик посередине. Опять нажимаем. Опускаемся ниже, ниже. Самый уголок. Опять нажимаем. Нажалось. И вот сюда вот так. Все. Нажимаю «Проверьте». Видите, галочка, я прошла. Нажимаем «Claim». В этом кране при регистрации указывайте адрес биткоин. Ну, биткоин-адрес. Значит, ждем. Загружается короткая ссылка. Сейчас я ее пройду. Чтобы не затягивать видео, поставлю на паузу. Так, и что мне здесь написали? Давайте переведем тоже на русский. Ваша заявка на кран 17 биткоин сатоши была отправлена на ваш адрес Faucet Pay счет. Давайте перейдем теперь на кран. Я перезагружу страничку. Как видим, у меня все по нулям, так как я только здесь зарегистрировалась. И поизучала его немножечко. Нажимаю «Перезагрузить». И как мы видим, у меня на счету появилось 17 биткоин сатошиков. Вот. Ну и здесь статистика, смотрите. И также ниже. Так. И вот у меня, смотрите. Вот Faucet, появился счет у меня. Все как на Faucet Hub, в принципе. Так, давайте вот теперь пойдем на вывод. У меня счет 17 биткоин сатошиков. И посмотрим, какой минимальный порог отсюда можно вывести. Вот мой адрес. Здесь вот смотрите. Виндрав. Так, ага, вот здесь нет. Вот биткоин, видите, все адреса. Ну, у меня в данном случае биткоин. Я нажимаю «Все». Нет, не так. Да, фиц копируешь. Ладно. Сейчас скопируем. Так. Ага. Давайте-ка зайду на дашборд. И скопирую. Сколько там нулей в батюшке? Так, сейчас я вот эту сумму скопирую. И пойдем на вывод. Виндрав. Так, я сюда вставляю сумму. И это я чисто так, для пробы, чтобы узнать, какой минимальный порог отсюда мы можем вывести. Нажимаю на синюю вкладочку. И, конечно, я такую сумму маленькую не выведу, мне должны написать. Значит, и отсюда минимальный порог вывода, обратите внимание, 1000 биткоин сатошиков. Согласитесь, это небольшой порог, да? На кранах посидеть, 1000 набрать. Так что привязывайте кошельки, те, которые, на которую можно такую маленькую сумму как бы привязать. Сейчас я вам покажу, как привязать адрес. У меня биткоин, лайткоин, интериум. И я хочу привязать вам, показать Dogecoin. Вот выбираем криптомонетку. Вот Dogecoin. Сейчас я возьму адрес и покажу вам. Вставляю сюда Doge адрес. Я на Dogecoin или как он там называется. Туда тоже любую сумму можно. И нажимаю вот на зеленую вкладочку. Link адрес привязать. Так, все. И у меня все адреса привязаны. Как я сказала, есть вот телеграм-чат. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Ну, неинтересно, проходим мимо. Кошелек этот платит, потому что уже я видела видеообзоры о том, что люди выводят. Вот. И статистика здесь. Какая у нас здесь статистика? Так. Не то.
Здесь статистика тоже, наверное, не так. Ага, вот статистика, смотрите. Здесь, а вот здесь выводы, все транзакции. Вот это все кликабельно, это можно отследить все транзакции. Уже сами нажмете, как бы, и посмотрите о том, что кран платит. Да, здесь вот люди уже Ethereum выводят, и Dogecoin, и Litecoin, и Bitcoin. Вот, как бы. Вот. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч.